Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый нашел. Ну, ладно. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы Стой! Глянуть на товары. А к Броку не зайдем? Увидите! Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда... Если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Но на этот раз сломали. Решил чего? Ну, одной проблемой меньше. Береги себя!
несколько символов есть, но нужен весь диск целиком. Вот это находка!
сын, здесь еще один. Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. О, смотри, он укусил Тора. Или укусит его, наверное. Я же говорил, нам нужен ключ. Я не могу прочитать. Что это такое? Ужасно пахнет. Это яд. Со временем научишься. Скоро мы переведем руны Муспельхейма. Это было. Воняло ужасно. Твоя мать называла такой Ницшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Здесь туман. Еще гном. Может, нам... Нет. Он нам не нужен. Я очень извиняюсь. А откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его...
не для тебя, Кавали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Фэй умерла? Это очень печальная весть. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но... Можешь мне поверить, твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Да, но из нас двоих талантлив я. Не вру. Клянусь, Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда. Рукоять Нет. такая грязная. Ну что ж, ладно. Тогда я просто... Это что, кровь? О! Над чем ты работал? А, это? Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. Правда, сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20 ледяных троллей. Или 21. А почему маме? Откуда ты ее знал? Она сама нас нашла. Твоя мама была особенная. Она хотела защищать людей. А нам захотелось дать ей силу. Потому что она стремилась к добру. Она даже знала наш язык. Она говорила: «Мазурин сэм Генгур, эйген вегум ханс». Генгур айн. Точно, впечатляет. А ты в нее пошел, по глазам видно. Да. Спасибо, Сим. Нет, трогай меня. Что? Я не трогал, ты что? Я потом зайду. Чем тебя порадовать? Что-то еще? Ah!
что сделал. Приготовься! Осторожно! Я еще не починил! Проклятый привод! Да что с ним не так? Атрей, за мной! Уже иду! Ah!
Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да.